И новость последних минут. Рекордное количество стран примет участие в детском Евровидении, которое в этом году пройдет в Беларуси. Претенденты из 19 стран прибудут в Минск в ноябре. Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, а также Франция, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды и Уэльс отправят своих юных вокалистов на шоу, которое состоится 25 ноября в Минск-арене.